позвольте поздравить вас с рождением бендерчанина, человеку, у которого в свидетельстве о рождении будет указано место рождения — город Бендеры, в день рождения нашего прекрасного любимого города. Ласково Владюша, коротко Владик, по документам Владислав Валерьевич. Свой день рождения этот крошечный бендерчанин будет отмечать вместе с родным городом. Он родился в 3 часа ночи 8 октября. Малыш мирно спит, маме комфортно. И врачи очень хорошие. Я очень довольна. Как бы первенец, и очень хорошо все. Слава Богу, что очень довольна. И условия хорошие, и стеклопакеты, и пол, ламинат. Как бы условия хорошие. У Тимофея сегодня тоже гости и первая фотосессия. Вес 3950, рост 52. Эти цифры для мамы как таблица умножения. А вот определить, на кого похож, пока все равно, что решить первый кроссворд. С именем было проще, оно самое мирное. Я рада очень, вот то, что родился ребеночек долгожданный. Надеюсь, что все будет хорошо. Ждали мальчика. Муж очень хотел мальчика. Цветы, теплые пожелания и первые подарки. Памперсы и денежный сертификат на приобретение товаров для новорожденных. Трогательный момент. Это новая городская традиция. Задача органов государственной власти в первую очередь создавать такие условия, при которых у нас будет рождаться все больше и больше детей. К сожалению, тенденция в последние годы говорит о том, что родов становится меньше. Наша задача эту плохую динамику остановить и, естественно, создать условия для положительной динамики. 8 октября в Бендерах родилось трое мальчиков. А значит, нас, приднестровцев, стало немножечко больше. Кстати, один из новорожденных – тираспольчанин. Некоторые мамы предпочитают рожать в Бендерах. 28-30% – это иногородние, но нужно учитывать и тот факт, что к нам прикреплены районы, как к учреждению второго уровня, Каменка, Григориополь и Дубосары, и они направляют женщин, которые заслуживают какого-то большего внимания. Поэтому это еще связано и с этим. И есть, конечно, часть женщин, которые приезжают к нам или к врачам определенным, или просто потому что рожать в нашем городе. За 9 месяцев в Бендерах на свет появилось 854 ребенка. Это на 30 детей меньше, чем в прошлом году. Говорят, все потому, что сейчас мамами становятся дети неспокойных 90-х. Но есть и другая тенденция. В Бендерах рождается больше девочек. Говорят, это к миру. Лариса Тарабина, Елена Арасланова, Иван Зелинский. Бендерское телевидение.